Привет, друзья! Время 7 утра. Иду на йогу. Уже месяц хожу на йогу. Записался для того, чтобы поразминать, порастягивать тело в других направлениях. Делаю годами одну и ту же зарядку. Поэтому сейчас уже месяц в других направлениях. Скрутки. Ходят на йогу одни девчонки. Смотрите, как это происходит. Это же мода там 2012 года. А то, что он true, это как бы. Давай еще раз. Чуть-чуть назад. Назад, да. Не, ты тоже давай. Да, все сильно сюда приблизились. Отлично. Все, здесь есть. Теперь. Сейчас делаем вот эту зону, эту часть. Отсюда сделаем свет. Это будет здорово. Да, я принесу. Свет виден здесь только тот, который я вставил. Естественно, он не виден. Что там, микрофон скребает? Холодно, не теплеет. Не надышали так, а толпы вообще не надышали. Как в избушечку тогда зашли у нас товарищи. Опа, Идут съемки. Фотосессия. Модели замерзают. Да, прекрасно. Сейчас еще один момент. Я поправлю свет. Погрел. Все хорошо. Вот я, да, если у меня нос начнет тоже мерзнуть, это все уже. Отлично.
Есть. Здесь делаем. Чем дальше идет мое знакомство с медициной, тем больше она привлекала меня к себе. Но вместе с тем меня все больше поражало, какой колоссальный круг знакомых наук она включает в себя. Это... Наклонись немножко к нему, чуть-чуть, да, и в книгу тоже смотри. Это обстоятельство сильно смущает меня. Андрей, говори, что мне делать. Да, сейчас я посмотрю, что у вас получается. Ну, скажи. Я вот рукавом... Оно. Что можно чуть ниже наклониться к книге. Давай, вот. Книгу ниже. Читать, секунду. Ага. Чуть перегородил. Еще раз. И еще вот подрывать, еще что-то писать. Сейчас я. Сюда. Раз. А тут это что, живой еще как-то? Не похоже. Понимаете, там не было никогда. Мы цель не выпекается, и тут не долго у него была земля, пока не переворачиваешь.